Здравствуйте, я Александр Афонин, и сегодня мы будем собирать людей. Ну что значит собирать? Собирать — это значит ставить позвонки на место, суставы возвращать в их естественное положение, обеспечивать движение. Как выглядит собранный человек? У собранного человека прямая спина, все физиологические изгибы на местах, у него легкое дыхание, его ничего не беспокоит, никаких болей, никаких головокружений. И сейчас я буду показывать, как это достигается. Если вы обратили внимание, то выражение лиц у всех было достаточно спокойным, то есть никаких неприятных ощущений. Теперь давайте послушаем, что они скажут. Ну, снова хочется жить. Легко дышать, замечательно. Ощущения были фееричные. Я хочу просто летать. Непривычная легкость, но приятно.